20-й международный конкурс дизайнеров «Текстильный салон» пройдет в Иванове 22 и 23 ноября. Правда, в этом юбилейном году праздник моды решили сделать домашним. Впервые салон откроется в Ивановской государственной текстильной академии, главной кузнице молодых талантов. А в конкурсных показах будут участвовать только учащиеся и студенты. Мы хотим показать, что же за эти годы, за 20 лет у нас произошло, что какой потенциал творческий накоплен в нашем регионе. В первый день текстильного салона на суд жюри будет представлено 29 коллекций молодых авторов. Бессменный президент конкурса Вячеслав Зайцев не только даст оценку творчеству ивановских модельеров, но и сам задаст планку показам своей коллекции вечерних платьев. Конкурсный показ мы делаем только две номинации. Это начальное профессиональное образование и среднее профессиональное образование и студенты Ивановской государственной текстильной академии. Ключевым в текстильном салоне станет заседание академиков моды, на котором будет обсуждаться вопрос о подготовке рабочих кадров и дальнейшем развитии рынка индустрии моды в нашем регионе. По мнению Маргариты Разиной, текстильный салон требует существенных перемен. Необходимо активно привлекать внимание инвесторов. Только в этом случае реализация нашей текстильной продукции выйдет на новый уровень. Во всяком случае, с таким предложением мы обратимся в правительство, к Михаилу Александровичу Меню, что экономический форум и текстильный салон надо объединять. Кроме показа конкурсных работ, на текстильном салоне будут представлены коллекции лучших ивановских модельеров детских театров моды, а также выставка ретроспективных работ учащихся текстильной академии. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.